Dzień dobry, witam wszystkich Państwa po przerwie. Dobry dzień, szanowne gospodarstwo. Witam Was pośle перерывu na pracягу naszej сегодняшней polsko-białoruskiej konferencji, jaka dotyczy Куропатского злочинства 1937-1941 годы «Правда и свобода». Вітаю всіх вас на другой сегодняшней дискуссии, якая называется наступным чином. Обуджение, драджение памяти, куропаты у исторической свядомости. Наша дискуссия будет складываться с четырех рефератов. Модератором будет господар Ежи Рогозинский, историк, культурный антрополог, адъюнкт Института Пилецкого, кандидат науки, который занимается, который доследует мусульманскую религийность. Написал книжку про Грузию, про мусульманские окраины царской России у 20-м столетии народжения глобального джихаду. И в забаве у студии Пилецкого выделенная книга про поляка у Казахстане. Я отдаю слово господару доктору. Добрый день, шановне господарство. Я маю гонор быть модератором дискуссии, у якой будуть удельничать наступные гости, наступные удельники. Господар профессор Игорь Кузнецов из Белорусского державного университета, выбитный доследчик репрессивного аппарата, другой особой будет господар профессор Войтех Стешинский, так само выбитный доследчик репрессий, але больше на территории сучасной Беларуси. Господар профессор так само является директором музея памяти Сибири, який яны поделились с нами своими своей фотоколлекцией, тому от своего имя, от имя своих коллегов. Я хотел бы от его сердца подяковать за эту доброзычливость. Эту чудовную группу дополняют господар Павел Амский, господар Павел Амский, который является доследчиком истории, господар Вольга Лебедева, якая представляет тут Пилецкого. И в конце этого уступу я скажу еще несколько речей организационного кшталту. Коли казать про обмежевание по часе, мы обмежуем каждое выступление до 20 хвилин. Коли будет наближаться этот час, я дозволю себе послать на чате дробные поведомлений, попереджений про то, сколько осталось хвилин. И еще одна просьба организационного кшталту. Аминовита. Просьба, как подчас рефератов. Все, окромя выступовцев, выключали свою камеру и свой гук. Как только выступовцы имели уключенные обидве гэтые функции. Это нам серьезно полепшит якость нашего запису. А уже подчас дискуссии. А потом уже, когда будет дискуссия, каби она была больше цікавая и жвавая, мы просим вас уключить микрофоны. А гук, я дома, будет потребна тогда, когда такая необходимость з'явится. Але мы худшее лечим, что питание мы пишем в чате, альбо яны трапляют у закладочку Q&A. Я не хочу забирать шмат часу, я передаю слово господару профессору Кузнецову. Коли ласка, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел сначала поблагодарить организаторов конференции, что все-таки они взяли на себя такую ответственность. Я очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор,
который был начат и вот на первой панели, и продолжится на второй до конца сегодняшнего дня, что все-таки мы придем к выводу о том, что и польские, и белорусские, и историки, и специалисты должны работать вместе над той проблемой, которая перед нами стоит. Тема моего реферата будет посвящена местам массового уничтожения и захоронения в урочище Куропаты, хотя я хотел бы несколько шире сказать об этой проблеме, в том плане, что показать вопросы, связанные с тем, что не только одни Куропаты. Презентацию все мои видят? Видно, да? Значит, я позволю себе сказать, что это будет не выступление, это будет тезисом моего выступления, потому что тема очень объемная. Поэтому в ходе презентации я остановлюсь на некоторых моментах, наиболее важных с моей точки зрения. Я думаю, что в ходе дискуссии мы сможем продолжить и рассмотреть все эти вопросы. Вот я начну с того, что у всех, особенно у польских коллег, складывается такое впечатление, что Беларусь – это Куропаты. Вот перед вами карта, которую я составлял на протяжении последних 20 лет, на которой нанесено 32 населенных пункта, где проводились массовые расстрелы в период 20-50-х годов. И таких мест, как Куропаты, на территории Белоруссии порядка 102, то, что я пока установил. Вот перед вами карта места массовых расстрелов и уничтожений, вернее, точнее, уничтожения. Мы все-таки будем придерживаться этого термина, потому что я приведу доказательства того, что далеко не все были расстреляны, а применялись и другие формы уничтожения. В районе Минска, по тем данным, которые мне удалось установить, они, естественно, документально в основном не подтверждены по всем другим источникам, находится порядка 19 мест от одиночных до массовых мест расстрелов, как Куропаты. Кроме Куропат, наиболее крупными местами являются дача ОГПО, нынешний район резиденции Лукашенко, район Масяковщины, Кальвария, парк Челюскинцев. И потом я еще остановлюсь вот на этом объекте, как урочище Благовщина, где в период нацистской оккупации находился лагерь смерти Тростенец. Перед вами аэрофотосъемка, немецкая аэрофотосъемка 23 июня 1941 года. Это очень важный снимок, потому что сейчас, вот за последние два года, вышла масса публикаций коммунистической прессе, в центральных изданиях, такие как газета администрации президента Советской Беларуси. Вышла книга Половинского, которая называлась «Куропаты в поисках исторической сенсации». А ему еще предшествовала книга «Смолянка. Куропаты. Гибель фальшивки». Это прокоммунистические авторы, которые утверждают, что в урочище Куропаты никакие расстрелы органы НКВД не проводили. Все расстрелы проводились в период нацистской оккупации. Если вы обратили внимание вот на этот аэрофотосъемок, я еще буду показывать данные археологических исследований, вот урочище Куропаты. Здесь есть лес, притом лес видно, что молодой, есть просеки, вот где-то даже видно места, где можно локализовать, что здесь какие-то находятся не захоронения, но, по крайней мере, пустые места. И благодаря этому снимку удалось установить вот так называемую дорогу смерти, по которой везли заключенных от нынешнего здания КГБ до Логойской трассы, и вот сюда заезжали машины в лес. Основные захоронения находятся в этой части, и вот здесь уже проходит сейчас Минская кольцевая дорога, поэтому захоронения находятся на площади порядка 30 гектаров. Я бы сразу хотел сказать несколько слов о том, если вы обратили внимание, сегодня назывались цифры. Сколько в Куропатах покоится жертв сталинского террора? От 30 до 250 тысяч. Я уточню. Последние годы в этих книжках, которые назвал и публикациях, утверждается, что в Белоруссии в период 37-38 годов было расстреляно около 7 тысяч человек. И якобы они находятся только в Куропатах. Это абсолютная ложь. Даже появилась еще новая цифра. Не более 3200 человек. О методах, которыми пользуются наши оппоненты, я говорить не буду. У меня на это нет времени. Поэтому я приведу только конкретные аргументы, которые говорят о том, что
те расследования, которые проводились в Куропатах в 1988 первая эксгумация, 97-98 годы вторая эксгумация, которую проводила военная прокуратура, полностью опровергает все эти лживые измышления о том, что в Куропатах покоятся жертвы нацизма, а не сталинизма. Типичное захоронение, которое находится на площади 30 гектаров, в настоящее время выявлено более 510 могильных впадин. Это, собственно говоря, было выяснено во время эксгумации, которая проводилась в 1988 году. В общей сложности за две эксгумации, то есть 1988 года и 1997-1998 годов, эксгумировано порядка 15 захоронений. 6 полностью эксгумировали в 1988 и 9 захоронений, когда проводилось следствие военной прокуратуры. Перед нами вот типичная Куропатская яма или раскоп номер один, который вскрывался в 1988 году. Здесь вот мы видим примерно структуру этой ямы, то есть материковый грунт и вот песок, которым... и вот здесь находились останки тех, кого расстреливали, и тех, кого захоранивали. Значит, здесь надо определить внимание на то, что размер ям самый разнообразный. Минимальное захоронение находилось порядка 48 останков. Самое большое захоронение, о котором я еще несколько слов скажу, это было 373 останка в одном захоронении. Поэтому почерк и методика исключительно НКВД, но ни в коем случае не нацистов, которые делали... Методика захоронения была совершенно иная. Вот останки, которые были обнаружены в раскопе номер один, эксгумация 1988 года. Если вы обратите внимание, то бесформенные. То есть людей стреляли в затылок, сбрасывали в ямы, и поэтому никакого штабилирования, как немецкий метод сардин, не применялся. И поэтому ямы заполнялись самым разнообразным образом, я еще раз подчеркиваю, где-то порядка от 50 до 400 останков в каждой яме могло находиться, и поэтому математический подсчет произвести крайне сложно. На что еще хотел бы обратить внимание, и на что забывают делать акцент наши оппоненты. В захоронениях во время эксгумации были обнаружены, вот я вам просто приведу некоторый фрагмент, в частности, в раскопе номер один было обнаружено 47 черепов и их фрагментов. Во втором раскопе 62, в третьем 31 череп был обнаружен. И обратили внимание эксперты то, что далеко не во всех черепах находятся пулевые пробоины. Мало того, трупы, которые захоронены в этих ямах, одни были уничтожены, большинство, примерно две трети выстрелов в затылочную или в теменную часть черепа. Другие были нанесены удары тяжелыми предметами. Третье, а тяжелыми предметами, это эксперты предполагали, молот, молоток, лом. И четвертое, останки, которые встречались с переломанными шейными позвонками. То есть, скорее всего, этих людей удушили. И душили или ремнем, или веревкой. И еще часть абсолютно нетронутых останков. Почему? Потому что, по моим подсчетам, например, во время следствия в результате побоев, издевательств умирало где-то примерно до 10% заключенных. И их трупы уже тоже закладывали в эти ямы. В раскопе номер 5 было обнаружено вот эта расческа, которую Масса уже сегодня приводил. Примеры говорил о том, что вот была обнаружена расческа с надписью «Трудные минуты заключенного». Она на польском, датирована 25 апреля 1940 года. «Трудные минуты заключенного. Минск. Мысль она, о вас доводит меня до отчаяния. Расплакался. Тяжелый день». Дата 26 апреля 1940 года. Это так называемое западное захоронение. Есть два принципа этих захоронений. Одни мы условно называем летнее захоронение, где в летней одежде там, или весенне-осенне.
зимнее захоронение, и еще есть такое разделение, условное понятие. Это восточное захоронение, то есть восточная Беларусь, и западная – это уже те территории, которые были присоединены к БССР осенью 1939 года. Значит, здесь это говорит о том, прежде всего, что польский след, безусловно, в Куропатах есть. Это прежде всего расстрелянные в ходе операции первого этапа 37-38 годов. Второй расстрел был 40-й год, это апрель-июнь ориентировочно. И мы иногда забываем, что был еще третий этап. Третий этап это был с 24 по 30 июня 41 года, когда в районе и Березвеч, и Осинторф производились расстрелы тоже офицеров польской армии, которые не были уничтожены в 1940 году. Поэтому вот мы еще видим одно захоронение, это так называемое двухслойное захоронение, яма вот самая большая, которая была выявлена, с 373 останками. И с комплексной экспертизы судебной, которая была проведена, вот я сейчас как раз хотел бы уточнить некоторые цифры. В этом захоронении из 188 черепов были, вернее, 188 черепов были с одним пулевым отверстием входным, 29 черепов было по два отверстия, в 5 черепах были по 3 и более отверстия. Это говорит о том, что методика расстрелов проводилась порой непрофессионально, то есть с первого выстрела не убивали. Мало того, вот сейчас мы посмотрим три фрагмента, три снимка, которые были сделаны в ходе эксгумации. Вот вы видите, это не пулевое ранение. По заключению экспертов, в височную часть было нанесено удар, по всей видимости, молотом или молотком. То есть здесь просто кость выбита. Это не пулевое отверстие. Вот тоже мы видим череп, раздроблено тяжелым предметом, и контрольный выстрел производился еще в череп. И третий – это фрагмент тазобедренной кости. Он был найден в захоронении, которое мы условно называем прибалтийским. Почему? Потому что в этом захоронении были обнаружены все вещественные доказательства, которые говорят, что здесь были расстреляны, по всей видимости, граждане Прибалтики после так называемого освободительного похода Красной армии лета 1940 года. Вот фрагмент тазобедренной кости, вот выбита эта часть – она выбита тяжелым предметом, по всей видимости, ломом. И в черепе этой жертвы еще был контрольный выстрел из револьвера системы «Наган». Вот по поводу измышлений, которые выдвигают наши оппоненты о том, что здесь производили расстрелы нацисты. 97% стреляных гильз, обнаруженных в урочище Куропаты, были от револьвера системы «Наган». Вот эти гильзы. Несколько гильз от ТТ и несколько гильз было от револьвера системы «Браунинг». Мало того, в ходе экспертизы было подтверждено, что в ходе эксгумации обнаружено было стреляная гильза от револьвера системы «Наган» 28-го года выпуска 3 штуки, 30-го 6, я все перечислять не буду, 39-го года 74 штуки. Позднее 1939 года ни одной стреляной гильзы в Куропатах обнаружено не было. Вот это фрагмент самого большого захоронения, которое было обнаружено в ходе эксгумации, которую проводила военная прокуратура в 1997-98 годы. В этой огромной яме находились останки 373 человек. Я бы хотел коротко подвести итоги первой эксгумации, только тезисно сказать, каким важным выводом она пришла в 1988 году. Первое, что погребения были осуществлены во второй половине 30-х годов и не позднее 1941 года. Далее, территория расстрелов заполнялась могилами с востока на запад. Поэтому вот мы и говорим, восточные есть и западные захоронения. Люди в погребениях в основном были убиты из револьвера системы «Наган». Далее, характер вещей, которые были обнаружены, говорит о том, что они, тех, кого расстреляли, они не знали, что их везут к месту расстрела. С ними были домашние вещи, то, что не берут, как говорится, в последний путь. Далее. Погребенные в могилах характеризуются разным социальным и бытовым уровнем. Однозначно это уроженцы Белоруссии, Польши,
и Прибалтики. Это однозначно было подтверждено. Среди расстрелянных порядка 25% было женщин. Далее, после завершения первого следствия, так называемая общественная комиссия, которую возглавляли коммунисты, начала требовать проведения повторных расследований, потому что их эти результаты не удовлетворили. В феврале 1992 года приезжали представители Генеральной прокуратуры СССР, проверяли. Подтвердился след НКВД. В 1993 году общественная комиссия вновь обращается. Проводится расследование без эксгумации. Вновь подтверждается, что только НКВД проводило расстрелы в Куропатах. И последнее обращение было в 1997 году на имя Лукашенко. И в результате этого была проведена эксгумация в 1997-1998 годы, которая была поручена военной прокуратуре. И вот я как раз показываю самое большое захоронение, которое было обнаружено уже в 1998 году. На что еще характерно можно обратить внимание? О том, что захоронения в основном так называемые одноярусные, но встречаются и двухъярусные захоронения. То есть когда методика расстрела была такова. Людей расстреливали, примерно засыпали слой земли порядка 20, не более, сантиметров, укладывали следующие. И таким образом заполнялись эти ямы. Вот еще одна находка, которая была обнаружена в том захоронении, которое для нас очень важно для исследования. Это захоронение, в котором были обнаружены впервые документы, которые подтверждают принадлежность тех, кто там был, находился в этом захоронении. Это раскоп номер 29, когда в кожаном портмоне были обнаружены первая квитанция, изъята в Гродненской тюрьме при аресте, то есть сдаче. В этой тюремной квитанции указывалась тюрьма, где находился человек, 10 июня 1940 года, Гродненская тюрьма. Удалось идентифицировать две фамилии. Масса уже их называла, я повторю, это Мойша Крамер и Мордехай Шулькис. По Мордехаю Шулькису удалось установить, что он входил в сионистскую организацию, которая была причислена контрреволюционной. И поэтому мы как бы установили, что однозначно в Куропатах покоится, я бы так сказал, гражданская часть белорусского катынского списка. То есть это представители интеллигенции, чиновники и так далее, кого можно отнести к этой категории. И вот в этом захоронении, в частности, был найден этот женский череп с гребенкой и вот пулевое отверстие, которое было там. Теперь возникает вопрос вообще, кто лежит в Куропатах. Значит, я проанализировал официальную базу данных о лицах, которые были реабилитированы. В эту базу входит на сегодняшний день порядка 200 тысяч фамилий. Анализу было подвергнуто доступное около 90 тысяч фамилий. И в графе, где находился и место расстрела, удалось установить, что 5772 человека были расстреляны в Минске. Я уже говорил, что в Минске, кроме Куропат, есть еще довольно большое количество мест захоронений. Поэтому это усредненный анализ, который может показать, кто примерно лежит в Куропатах. По национальному составу, обратите внимание, 58% – это белорусы, 25% – поляки. Вспомним уверение Лукашенко о том, что в Беларуси в годы репрессий не убили ни одного поляка. Так вот я вам привожу из официальной базы данных только то, что удалось установить. 25% из этих 5772 расстрелянных являлись поляками. По социальному составу примерно 55% – это крестьяне, 30% – рабочие, 15% – интеллигенция. Ну и вот самое, наверное, в кавычках, любопытная информация. Характер обвинения тех, кого расстреляли в Минске. Агенты иностранных разведок 57%. Из них польской разведки примерно составляло 82%. Остальные японская, китайская, немецкая и так далее. 22% антисоветская и контрреволюционная агитация. 16% участие в контрреволюционных организациях, в том числе и польской организации войсковой. Ну и 5% это другие. Вот вопрос стоит, который ставил массой, что в Польше создается впечатление, что только
местом упокоения офицеров польской армии могли быть куропаты. Я эту версию сказал бы так, я бы повторил то же слово. Скорее всего, может быть. Но с моей точки зрения и многочисленные годы работы по этой теме говорит о том, что предполагаемое все-таки их могли расстреливать партиями. В Минск доставляли партиями по 100, 200, по 300, по 400 человек. И поэтому, безусловно, их могли, часть могли расстрелять во внутренней тюрьме НКВД на Володарке. Другую часть расстреливали на местах. Куропаты к этому времени, к 40-му году, я вот заканчиваю, было закрытое место захоронения уже фактически. И поэтому я предполагаю, что все-таки основная часть или часть, по крайней мере, могли быть расстреляны в урочище Благовщина, где после войны вот находится эта городская свалка. Потому что это единственный объект в районе Минска, который сделан на месте предвоенных советских расстрелов. Выводы по эксгумации, которая проводилась здесь в 1999 году, я уже приводить не буду. Значит, несколько буквально уже, учитывая, что у меня времени нет, если будет вопрос, я, наверное, отвечу тогда в ходе дискуссии. Поэтому мне кажется, сегодня возник очень важный вопрос, и я думаю, что эта конференция должна послужить этому. Мое предложение – создать совместную рабочую группу из белорусских, польских, историков, специалистов и нарушить схему увековечения памяти офицеров польской армии, которая происходила в Медном, в Харькове. Почему? Потому что, с моей точки зрения, архивные документы обнаружены маловероятно, что будут, по крайней мере, в архиве КГБ. Второе. Место локализации установлено не будет, и поэтому остается одно – символично увековечить память офицеров польской армии, расстрелянных в Минске, в частности, в Куропатах. Спасибо за внимание. Я пока остановлюсь на этом. Великий дякую, господар профессор, за гэты надзвичай цікавий в той же час досить жудасне. Виступ. Перед тим, як я передам слово господару Сляшинському, я б хотів тільки нагадати наступну інформацію, яку ви бачите на чаті, а менавіта є можливість слухати переклад у Нізі. У Нізі є такий глобусик, і ви... Есть глобус, есть кнопочки з мовой, на якую вы можете чуть переклад. Таким чином, я думаю, что час на питання отказа будет после всех рефератов. Тому, коляска, слово с Петру Слешинскому. Дякую, великий, шановне господарство. Перед тим, як ми перейдемо до моєго реферату, я б хотів сказати, що те, що я сьогодні скажу, це частка, насамреч, публікація, яка з'явилася уже 3 роки тому. Публікація дотичить наогул політики, історичної політики на сучасних білоруських землях з кінця 19-го століття. По сьогоднішній день я стараюся показати, яким чином чергові влади, які керували на території сьогоднішньої Білорусі, використовували тему історії для у рамах сьогоднішньої політики. Тепер я перейду до реферата. Уже під кінець 80-х годів, 19-го годів білоруські влади назирали за тим, що в 1988 році до білоруського громадства почала трапляти інформація об злочинстві у падмінських куропатах. Я думаю, що артикул Пазняка «Куропати. Дорога смерті» викликала шок. Публікація, яка з'явилася у 88-му році, читачі довідалися з його, що у 37-40-х годах в рамах совєтських репресій там могли бути забіти навіть 250 тисяч чоловік. У 1988 році на базі створеної організації, громадської організації «Мемориал»,
было створено товариство пам'яті ахвяру Кстанських репресій меморіал у Куропатах 19 червня і у Кастричнику. Відбулися масові демонстрації, мета яких був антитоталітаризм. Дискусія дотичила так званих білих плям у Білорусі. І яни поширилися на все більше круги громадян. Політична і громадська ситуація на території Совєтського Союзу змінялася, але влади вірили, що не можуть панувати над емоціями громадян. Була створена комісія, мета якої було дослідження злочинства у Куропатах для того, щоб розрадити емоціональну напругу і у інформаційні простори почали з'являтися теми, які ще недавно були заборонені. У осяроді білоруських істориків питання злочинства у Куропатах грало ключову роль. Виключну роль білоруського народу бачно у передмові до польського видання у 94-му році книги Зянона Пазняка «Об сталінських злочинствах у Куропатах». Він писав, цитата, «Коли ми поглядзем на історію Білорусі, мы зауважим, что это история покута. Белорусы несут свой покутный крыш уже сотни годов. Занят бани и здрады, фашизм, коммунизм, знищение населенства, а теперь новый крыш. Калисти мы были великой краиной, мы вертаемся до своей истории, мы не боимся, мы не переймаемся тем, что нам тяжко, мы покутуем. Бог любить покутуючих, терпливих, з годністю, як народ, який любить Бог, подіймем же свій криш, бо ми воскреснем. Над нами луна біл, червоно-білий штандар. Кінець цитати. Національне осяроддя розлічувало на те, що правда про сталінську систему, про злочинство 30-х годів 19-го століття, тим ліку історія Куропатів, кінчатково попливає на спосіб сприйняття білоруським громадством політичної речаїсності. Як підкреслювалось, один тільки усвідомлення собі повної, навіть самоболючої історії, дозволить кінчатково розвітатися з тоталітарною системою, яка функціонувала у сучасності громадсько-політичному житті. Після зміни у 91-му році у чергові роки все більш актуальним стало питання, на базі якого бачення історії необхідно створити картину минувщини свого народу. Національне осяроддя увесь час звертало увагу на створення нової національної ідентичності. Мілено було імкнення знайти нову національну політику. Прихильники этого шукали такие подходы на сторонках нашей невитинародной газеты. Именно вита наша Нива стала газета, якая хотела знайти таки новый подход до идентичности. Интеллектуальная база национальной формы створали историки, что притримливались национальные. Національної державної концепції. Базою цієї ідеї створив Михайло Біч, і після 91-го року вона життєвлялася у рамах Інституту історії Академії наук Білорусі. Зриваючи з того часу совєтської ідеології і методології, було обвіщено про необхідність реалізації так званого 3D – деідеологізація, деполітизація і департизація історичних дослідувань. У 91-94 роках про національно-державну концепцію все ж таки слабо пробивалася у громадській свідомості. Чим більш виразно вона промовлялася представниками національної школи національних рухів, тим менше вона уздійнічала на громадство. Розлічувалося на те, що кінчатково буде мати місце критика комуністичного періоду, але шмат яких громадян навіть у нових умовах 91-94
годов им тяжко было оспрэчваць идеи сетки, до яких они выховывались. Яны повинны были поставить под сумнев коммунистичные идеи. Для них развал Советского Союза и чарговые змены значили конец их гэтагачаснага свету. Менавіта тому советское описание истории настолько моцно доминовал под конец 50-х, на початку 60-х годов, и он николи не был конкретно выпихнут из белорусской громадской сферы, а аккуратно отворот. А разом с все больше поглубляющейся экономической ситуацией, он становился все больше активным. Советский дух все еще присутничал на сторонках прессы, в том числе Советской Беларуси. Гэта риторика чакала, калі ж яна зноў можа стаць лідзіруючай. Не знікла ностальгія па камуністычных часах у адпаведнасці даследаванню, праведзенаму ў 93-м годзе, 2 гады пасля развалу Савецкага Саюза. 51 беларускі грамадзянін хацеў вяртання Савецкага Саюза, толькі 22% гаварылі не. Насуперак нацыянальным ідэям, на базе марксистско-ленинской теории была створена экономично-социальная концепция развития белорусского народа, якая простым чином шукала толкование описания белорусских деев у историчные часы. Згодно с этой концепцией, белорусская державность появилась только после Кастрычинской революции, что правда, у относинах да советских часов допускались пэўныя элементы критицизму коммунистичного периода, але наогул яны абапирались на традиционной школе тых часов. Дрэнный цар, добрая Россия, дрэнный Сталин, добрый Советский Союз, подкрасывалася моцная сувязь з российской культурой спадчыны. Пасля змену, які адбылись в 94-м годзе і пазней, мела месца яшчэ больш актыўна атака на нацыянальныя ідэі. З крытыкай, напрыклад, сустрэлася арганізавана ў 98-м годзе беларускімі гісторыкамі сустрэча, канферэнцыя пад назвай «Палітычная рэпрэсія ў Беларусі». У 1917-97 годах гэты дзень былі успрынятыя як абвінавачванне беларускага народа і самога прэзідэнта. З моманту прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі памяншалася грамадскае значэнне злачынства ў Курапатах. Створана прэзідэнтам камісія, у склад такой увайшлі спецыялісты ў прыватнасці з Расіі, часткова паставіла пад сумнеў вынікі працы камісіі, якая працавала напрыканцы 80-х гадоў, пра што гаварылася раней. Новая камісія сказала, што больш вялікая частка расстрэлаў рабілася не НКВД ў 30-е гады, а немцамі у 41-44 годах, уже под час референдума в 95 годе, был придуманы фильм «Ненависть», який показывал деяния нацистов у Куропатах разом с белорусскими помогатыми под белчевано-белым стягом. Президент Лукашенко не хотел, але не мог в политических меркованиях признать рацию беларускага апазіцыйнага асяроддзя у кантэксце катынскай трагедыі. Трагедыя беларускага народа ў камуністычныя часы сутыкнулася з вялікай, з вялікімі праблемамі. Невядомыя асобы знішчалі крыжы на месцы масавых пахаванняў. Таксама памятаем знішчэнне сімвалічнай лавачкі, якую паставіў амерыканскі бок пасля візіта прэзідэнта Амерыкі ў Курапатах. Таксама кантроль быў праведзены адносна да розных установ, што займаліся даследаваннем гістарычнай адукацыі, у прыватнасці Інстытут гісторыі Беларускай акадэміі навук. Яго палічылі
местом створения описания историка, не завсёды отповедая уладам на позицию директора, не допустили отвлека, а у связи с 80-годием створения института был востро атакованы попередний напрямок. Новым директором стал Миколай Сташкевич, який у советские часы был супрацовником функционирующего при ЦК Института истории партии символичным актом, ларификации, доследования у коммунистических часов было створение памятной шильды у память Павла Горана при старшине Белорусской академии наук часов сталинских чисток, кроме неглядя на тот факт, что белорусские влады после 1994 года маргинализовали память про сталинские злочинства, то же самое можно сказать. Но неглядя на это, память про злочинство в Куропатах является ключевым элементом как политического, так и исторической дискуссии. Улады у владов не отрималось выкинуть память про сталинские злочинства и заменить их на нацистские злочинства. Куропаты не только место исторического злочинства, это место сучасных протестов супрать хлусини у контексте минувшины. Это одна из наиболее выразных линий по делу сярод прихильников национального и экономичного подходов. Куропаты з'являються одним таким местом у ідентичності білорусів, які сполучають пам'ять про комуністичне злочинство сталінських часів і з'являються увасобленням історичної клусні комуністичних часів, а так само сьогоднішніх часів. Олександр Лукашенко, дякую велике. Дякую дуже, пані професоре, за цей дуже цікавий такий. Дякую велике, спадар професор, за такое вельми цікавое выступление и за то, что вы показали, что кто будился и кто уже бачить правду, кому правда заминая. И теперь я бы хотела передать слово спадару Павлу Абламскому, який расповеде нам про то, як тематика памяти про куропаты выглядает, про куропаты выглядит с перспективы молодого поколения. Калі ласка. Великий, дякую, ти мене бачиш, ти мене чуваєш. Так, видиш і слухаєш. Видиш. Так, бачиш і чуваєш. На початку я б тільки хотів подякувати за можливість виступити у таким чудовим колі виступовцям. Я так само повинен сказати, що мій реферат буде частково супадати з тим, що вже сказав професор Слішинський. А кроме того, я подготовила презентацию, которую я попробую включить. Yes. Okay. Реферат будет пробовал спожжения на куропаты как место памяти под контем процесса. Реферат будет пробовать поглядеть на куропаты как место памяти у исторической идентичности молодого поколения белорусов. На мою думку, усе проблемы, связанные с этим местом, адлюстровываются у молодым поколением белорусов. З этого пункта гледжання куропаты являются наиболее контроверсийным местом памяти у сучасной Беларуси. Я бы хотел только сказать, что перед, до 1988 года куропаты, в принципе, не існували у памяти белорусского громадства. Я уже не кажу тут про загаданный с подаром профессором ведомый артикул Зенона Позняка и Шмигалева. Треба однозначно сказать, что куропаты, как населенный пункт, тяжко было знайти навод на географических мапах. В принципе, эта назва была позычена Пазняком у жыхароўкі жылі ў гэтых ваколіцах, тады, калі ён збіраў успаміны, вусныя успаміны. Мясцовае насельніцтва называла такім чынам урочышча, парослае польнымі
кветками. По-белорусски эти кветки называются куропаты, аккурат. И открытие куропатов стало таким чинником, який консолидовал антикоммунистичный рух у Беларуси. Я уже не кажу про створение мартиролога Беларусь, який был локальным адлюстрованием российского мемориала. Але пазней был створений широкий антикоммунистичный рух Белорусский народный фронт, БНФ. У 89-м годзе на узор аналагічных рухаў у прыбалтыйскіх дзяржавах. І пазней гэты рух пераўтварыўся ў палітычную партыю. Канешне, яго старшынёй стаў Зянон Пазняк, які у прынцыпе акрэсліваў напрамак развіцця беларускага народнага фронта да моманта сваёй міграцыі у 96-м году. І з таго часу пачаўся працэс увекавечвання ахвяраў куропата. Яны сталі синонімам усіх ахвяраў Беларусі у сталінскія часы. А ў гістарычнай палітыцы нацыянальна-дэмакратычнай апазіцыі Беларусі куропатское злачынство было окреслено как геноцид белорусского народа. И теперь я бы хотел бы перейти до характеристики трех этапов, которые трансформировали это место памяти на протягу опошних трех декад белорусской независимости. Первый этап – это рывалізацыя, конкуренция культур памяти. Это период 90-х годов, початку 21-го стагодия. Я в двух словах кто-то описываю про постулат национальной концепции белорусов, и это так званая, не советская, это основные постулаты у относинах до куропат. Специфика Беларуси на фоне інших краин Центральной Европы было то, что тут не было повсюдной згоды на конт национального толкования уластной истории. И приход до влады Александра Лукашенко привел до конкуренции этих разных подходов до истории национальной памяти. Новое житие отримало тогда так званая альтернативная версия по немецким следу в Карапатах. Было констатовано, что у массовых могилах в Карапатах находятся габры и ахвяры нацистов. Так само это накеровано подкрасливалась штучность топонима куропаты, что говорилось про то, что такого топонима в принципе не існавала, что это фальшивка национально-демократичная позиция. Але новое следствие, которое провели в 97-м годе, Генеральная прокуратура подтвердила однозначно, что отказность за куропатские злочинства несе НКВД. Не глядя на это, конец 90-х годов и ситуация вокруг куропат в Беларуси осталась складанной. Белорусские влады блокировали все спробы обнародования информации. А кроме того, разом с узмацнением авторитарных тенденций в белорусском громадстве начала узмацняться неосоветская версия исторической памяти. Куропаты, как место исторической памяти, не пасовало до этой концепции. А для устраивания исторической сведомости в любом громадстве заявляются подручники для выучения истории у школе. И вельми важно, с моего пункта гляжения, является такая личность, что в Беларуси
с 90-х годов и по сегодняшний день, в принципе, наставник истории в школе не имеет альтернативы о выборе подручника для выучения истории. У весь час денежный комплект подручников, которые рекомендуют до друку Министерства освіти. Сегодняшний пункт углядения может это прогучить парадоксально, але белорусские подручники 90-х годов имели нашмат больше информации про сталинские репрессии в Беларуси, ведомо у поравнанні с іншими подручниками. Там была информация про агульную колькость ахвяр репрессий в Беларуси, про ахвяр относительно до интеллигенции. А так само там можно было знайти дефініцію тоталітарної держави. Другим таким етапом, зв'язаним з певним переглядом у відносинах до куропат, я називаю це з одного боку, це були спроби знищення, а з другого боку, нова пам'ять, це початок 21-го століття, до 2017 року. Так, у цей час куропати стали місцем політичної мобілізації противнику Олександра Лукашенки. Я тут хотів би звернути увагу на цитату Павла Сіверинця, тогочасного старшині молодого фронту. Гэта була молодь Белорусского народного фронта, особная организация. Павел Сіверинець тады был старшиней молодого фронта в 2001 годе. И он был оборонцем куропат и в 2017 годе, а теперь его лечат политичным вязнем. И теперь он находится у везницы в Беларуси. И это цитата Сіверинця. Я сумнюся, что Лукашенко будет памятать про куропаты и ушановывать память, бо таким чином это будет ненатуральный крок. С его боку это будет ненатурально, бо после этого он должен будет признать, что то, что старалось в куропатах, это дрэнна и необходимо выразить згоду на то, как поставить помник у гэтым месцы. Але пачала будавацца кальцавая, а малады фронт і зубар, гэта дзве моладзевы арганізацыі, якія арганізавалі тады кругласутачны дежурствы. І варта сказаць, што гэта частка моладзі, якая тады абараніла курапаты, альбо вялікая частка гэтых асобаў, альбо знаходзіцца ў эміграцыі сёння, альбо знаходзіцца цяпер у вязніцы на дадзены момант. У сваю чаргу ў 2002 годзе мела месца пэўная рэакцыя ўладаў. Я тут таксама хачу прывесці цытату Александра Лукашенки. В 30-40-е годы немцы расстреливали, альбо кто-то інший, але люди в куропатах похованы, и мы повинны поставить у гэтым месцы помнік, які отповедає духу гэтага месца, а так само трасянцы. Тепер іде реалізація гэтага проекта. Просто зрозуміло для людей помнік месца суму і рефлексії, а не політичних танцев на костях. Ну, як бачите, Александр Лукашенко непосредственно констатовал, что для оппозиции это место не важно, и они выкористовывают это для того, как заработать политический капитал. У том же, той же час Лукашенко намекнул, что следство у этой галине было проведено, у конца 80-х годов было проведено недостатково грунтовно, и версия этого немецкого следу лепш за ўсё адпавідае яго гістарычным уяўленням. Тут таксама вельмі характэрна тое, што Лукашэнка згадаў пра трасцянец месца ахвяраў халакоста, як у Савецкім Саюзе,
так и у постсоветской Белоруссии памяти о ахвярах Холокосту, в принципе, не основала у публичном дискурсе. Теперь она так само слабо представлена. И тут мы бачим такий вельми зрозумелый меседж, что, в принципе, это треба ушановать память таких местцев, как это было просто и ясно для звычайных людей, а не для представников национальной белорусской интеллигенции. Лукашенко вельми часто аккурат таки кпить с таких свядомых, скажем так, людей. И як опынулася, Курапаты так само было нелегко адаптовать до так званого до новой находки, новой придумки белорусских уладов, до новых белорусских, белорусской идеологии. В принципе, это стало иметь, новая белорусская идеология стала иметь неотворотный характер. Первые сгадки про интенсификацию деяния у нас новой доктрины заявились у весну 2003 года. Президент Беларуси, в принципе, сказал, что начинается праца над этим проектом в университете под назвой, назвой «Историчный выбор Республики Беларусь». Керовник державы арбитрально окреслил напрямок того, что сегодня мы любим называть понятием исторической политики. И можно сказать, что до того часу у белорусских университетов так само заявился обовязковый предмет подставы идеологии белорусской державы. Однако треба варто подкреслить, что сам Лукашенко при разных нагодах с великим скепсисом констатаваў, што дагэтуль не атрымалася стварыць агульнай ідэалагічнай сістэмы. Пасрэдна гэта сведчыла пра тое, што змест афіцыйнага меседжа мала прываблівае грамадства. Пасля ўсіх гэтых падзеяў, як курапаты, так і тэма сталінскіх рэпрэсій у Беларусі паступова пачала забывацца прадстаўнікамі ўлад. Это больше за все бачно на прикладе исторических подручников после 22 года там возникло понятие тоталитаризму, сталинских репрессий, змест подручников начал утримливать все большую колькость агульных сказок и ничего не говорили. С 2012 года с подручников возникла навод сгадка про НКВД. У гэты час, не гледзячы на пэўныя спробы, стваралі новыя, паставала новая практыка ўшанавання памяці ў курапатах. Трэба сказаць, што курапаты сталі такой прасторай, вакол якой канцэнтраваліся розныя групы актораў. Я толькі пералічу, пастараюся прычыць гэтых людзей і гэтых актораў. Гэта былі грамадскі, палітычны, дзечы, духоўныя, дыпламаты, у тым ліку вельмі актыўна там дзейнічала польская дыпламатыя, прадстаўнікі польскай амбасады ў Менску, польскага інстытута ў Менску, журналісты, незалежна даследчыкі. І памяць пра курапаты становілася ўсё больш інклюзівнай. Яна пачала узгадваць не толькі беларусаў, але і палякаў, габрэяў, не толькі інтэлігенцію, але і іншыя сацыяльныя групы, сяляне, духоўныя прадстаўнікі. І, можа, я перайду да найбольш цікавага прыкладу, на маю думку. На гэтым фотаздымку вы бачыце Уладзіміра Някляева. Гэта беларускі пісьменнік, паэт, а таксама кандыдат у прэзідэнты Беларусі ў 2010 годзе. І гэта фотаздымак 2017 года. З гэтага моманту, у прынцыпе, пачалася акцыя ўшанавання памяці так званай «Чорнай ночы». «Чорная ноч» — гэта былі масавыя расстрэлы беларускай інтэлігенцыі у вязніцы НКВД ў Менску ў 37 годзе. І падчас гэтай акцыі
Гарри Знічі декламавалі вірші расстраляных беларускіх паэтаў, не толькі беларусаў, але і тых, але паэтаў габрэйскага паходжання, напрыклад. І другім такім вынікам практыкі ўшанавання такой памяці, менавіта такім чынам, быў кампакт-дыск, запісаны з беларускімі мастакамі, беларускімі гуртамі, нерастраляная паэзія. Зацікаўленым я пазней дашлю спасылку да гэтага праекта, і можна будзе гэтай песні праслухаць лепшых беларускіх паэтаў у такой найбольш новай інтэрпрэтацыі. І з 2014 года мы назіраем за чарговым этапам змена падыходу да курапатаў. Насамрэч гэтай змены можна было заўважыць і ўжо ў 2014 годзе непасрэдна у рыторыцы ўладаў, у рыторыцы Аляксандра Лукашэнкі. З'явілася тады такое паняцце, у прынцыпе з'явілася паняцце здаровага нацыяналізму. Раней нацыяналізм меў толькі негатыўныя канатацыі. Але ў гэтым месцы з'явілася паняцце здаровага нацыяналізму. Гэта датычыла новай канцэпцыі гісторыі Беларусі, якая пачала больш звяртаць большую ўвагу на нацыянальныя моманты. І сярод палітолагаў з'явілася паняцце лагоднай беларусізацыі, але не гледзячы ні на што, гэтыя змены ў палітыцы памяці не датычаць савецкага перыяду. Тым не менш, яны з'явіліся пасля 2017 года, бо тады адбылася чарговая спрэчка пра курапаты. Тады, калі ў гэтым месцы пабудавалі рэстаран, можна сказаць, паўтарыліся падзеі 2001 года, зноў жа мелі месца дэжурства ў курапатах, і ўлады сігналізавалі змену свайго падыходу на конт курапатаў у рэдакцыі афіцыяльнай газеты афіцыйная газета адміністрацыя прэзідэнта. Там, у прынцыпе, канцэнтраваліся прыдзяржаўныя эксперты, але адзін не сабраны падчас паседжання гэтага круглага стала быў прысутны тут прафесар Кузнецоў, і мела месца пэўная асноўнай тэзай было тое, што неабходна ставіць агульны нацыянальны помнік у курапатах і што народ павінен ушанаваць гэтае месца памяці. І, в прынцыпе, у 2018 годзе такі помнік быў пастаўлены. І яшчэ некалькі слоў амбівалентнага падыходу беларускага рэжыму да гэтага месца з 2017 года. Таго часу пачалі, беларускі рэжым пачаў пэўным сэнсе прызнаваць курапаты, і тут ёсць такі прыклад такога грамадскай актыўнасці. Тут мы бачым сяброў праўладных арганізацый у Беларусі, прафсаюзаў, прадстаўнікоў беларускага БРСМ, такая арганізацыя, якая канцэнтруе, якая збірае моладзь і з'яўляецца такім пераемнікам савецкага камсамола. І падводзячы высновы, я б хацеў канстатаваць, што гістарычная свядомасць беларусаў, якія нарадзіліся ў незалежнай беларускай дзяржаве, на контрэпрэсіі нагадвае своеасаблівы палімпсэст. Гістарычная палітыка Аляксандра Лукашэнкі несумненна імкнулася да таго, каб выкінуць курапаты як месца сталінскіх рэпрэсій. Гэта пацвярджае эвалюцыя гістарычных падручнікаў на працягу апошніх трох дэкадаў. Гэтаму спрыяла сістэма аўтарытарнай улады, што спрыяла індактрынацыі грамадства ў
частку курапатов реальність опинилася іншою. Курапати з'являються вельми важним, а може і основним місцем пам'яті той частки білоруського громадства, якоє не згодне зі змінами у Білорусі після 94-го года. Улічуючи актуальну разностайність середка масового СМІ, ушанавання пам'яті гэтага месца, пам'яті курапатаў, а паасобна спробу ушанавання гэтай памяці несумненна будуць і далей важнымі, а курапаты будуць і надалей граць важную ролю ў будучыні. І ў якасці эпілога я пакажу вам фотаздымак курапаты. Фотаздымак з курапатаў з апошніх пратэстаў у Беларусі 1 лістапада 2020 года, падаецца наша Ніва. Беларуская газета з'явілася з такой назвай «Дзікае паляванне ў курапатах». Гэта несумненна такі зварот да класіка беларускай літаратуры Владзіміра Караткевіча і ягонага аповяду, якое, у прынцыпе, вядомае любому вучню. Беларуская школа там. Курапаты, несумненно, их значение будет расти. Великий дякую за увагу. Великий дякую за этот реферат, який разом з рефератом професора Слішинського став таким вельми цікавим диптихом. І я передаю слово господарині Вользі Лебедєвій, яка розповіде нам про історичну пам'ять, зв'язану з польською операцією НКВД. Тобто ми крихо ходимо від такого вузького розуміння тематики самих курапатів. Будь ласка. Дуже дякую. Już kończam prezentację. Великі дякую. Я включаю презентацію. Я сподіваюся, що вона вже бачна. Ще секунду. Я сподіваюся, що все бачно. Шановне господарство, сьогодні ми поговоримо про комуністичне злочинство у Совєтському Союзі. Перш за все, про курапати. Курапати стали місцем масових забойств уже під час Великого терору. Великий терор на постсоветской территории все еще ассоциируется, перш за все, с партийными чистками, с чистками у НКВД, с репрессиями относительно до интеллигенции, с репрессиями относительно до поляков. Але, как у часы існавання Советского Союза, так и сегодня, часто забывают про национальный фактор и операции, которые отбывались в рамках этого террора. И одной из таких операций, первой и буйнейшей, была польская операция НКВД. После заняпаду Российской империи, у России, а потом и у СССР, раздалась великая группа поляков у отповедности с официальными данными. У 1937 годзе ў Савецкім Саюзе жыло 800 тысяч палякаў, хоча за все было больш, нашмат больш, больш за мільён. Больш з іх жыла на тэрыторыі сучаснай Беларусі і Украіны, але былі нашчадкі палякаў, якія былі высланы ў Сібір. У 19 стагоддзі таксама былі вялікія групы палякаў у таких буйных городах, як Москва і Ленінград. І савецька ўлада ў 20-х гады, а на пачатку 30-х гадоў, вяла вельмі спецыфічную нацыянальную палітыку. Гэта была палітыка саветызацыі, але яшчэ не русіфікацыі. У Беларусі і ва Украіне, як мы ўжо казалі падчас нашай першай дыскусіі, были створены два польские районы, польские национальные районы имя Феликса Дзержинского в Беларуси и польский национальный район имя Яна Хруцкага в Украине. Это повинны были быть две маленькие Польши в рамках Советского Союза, у яких поляков советизовали, але не русификовали. Например, можно было вести адукацию на польской мове. Чому? Тому, что пропаганда на польской мове должна поступать до более широкого кола.
людей. І в той же час Совєтський Союз заховує такое бачення, что он шанує своих громадян, а не российцев. Цікаво то, что в рамках этой адукации спробовали спростить польскую мову. Тут на экране я приведу приклады літер, которые хотели ликвидовать. Чому? Чому это робилося? Советские улады вельми хоть срешты наивно лечили, что полякам тяжко зрозуметь религийные тексты. Таким чином поляки станут атеистами, коли им будет складанно разуметь тексты. И у той же бок это была спроба отмовиться от мовы шляхты. У весь час створалося негативное бачення Польщі, як держави, якая ворожим чином ставиться до рабочих и до селянов. Але, конечно, не спрощение польской мовы не был поспеховым, не створение польских районов так само не было позитивным. Одмовную роль отыграла коллективизация. Хіба найбільш відомий постаті був Томаш Домбал, який справді вів пропагандистську діяльність у польських районах, але один чоловік – це мало. Що відбувається у Совєтському Союзі? Сталін боявся війни з Заходом, перш за все з Польщею, бо, на його думку, на думку Сталіна, коли почалася війна з Польщею, то Великобританія так само б так само могла б не дать шанса Советскому Союзу. Уже Сталин был переконан в том, что незабаве война почнется тому. Все национальности, жихары Советского Союза, інших национальностей становились подозреваными. Перш за все народы, которые проживали на помежной территории, как на Усходе, так и на Заходе, на Поудне, на Поуначе. У випадку Польщі, поляка, логика была вельми простой. Польща – наш ворог. У нас живе багато поляков, кожен з них може бути шпіоном і здрайцем. Чому поляки стали першими ахвярами великого терору? По-перше, шмат поляков живе у Советському Союзі. Тому повинно бути шмат шпіонов, така була логіка Сталіна. По-друге, уже існував негативний стереотип по поляках, що поляки сприймалися як вороги, як чужі. А третє, менавіта страх перед Польщею і махчимою війною з Польщею і з західними державами. Як, зрешті, нам сказали під час перших дискусій, ахвярами польської операції НКВД були не тільки поляки, але й білоруси, українці, російці. Наприклад, з прозвищами, які гучали на польський манер. Польська операція була першої великої національної операції, яка порушила принцип інтернаціоналізму. Раніше репресії дотичали кулаків або інших категорій, тобто різних соціальних класів. Але у 37-му році, 11 жнівня, був видадений загад знайти усіх поляків, які втекли, і знайти усіх воєннополонних. Це було щось зовсім нове, навіть для апарата репресій. І хоча за все тому був написаний список, яким обґрунтовувалися репресії відносно до поляків. Було 6 репресованих категорій. По-перше, поляки, жихари колишньої території Речі Посполіти на усход від державної межі міжвоєнної Польщі на підставі трактату 1921 року. По-друге, члени польської військової організації арештовані у відповідності з одмисловим списом. По-друге, по-третє, усі польські воєннополонні після польсько-большевицької війни, які знаходилися ще у СССР. Усі іммігранти з Польщі, політично втікачі з Польщі, сябри і створальники ППС, да і інших некомуністичних партій, а так само інша більша категорія діячі національно-польської меншості у СССР. А на практиці це мог бути амаль кожен поляк. Пізніше відбуваються репресії відносно до членів сімей. І під час операції польської НКВД були репресовані червоноармійці, які трапили у полон під час польсько-большевістської війни.
Якія былі абвінавачванні? Перш за ўсё, шпіянаж на карысць Польшы ці іншых дзяржаў, часта Нямеччыны. Па-другое, антысавецкае дзеянне ў шырокім яго разуменні. Па-трэцяе, удзел ва ўкраінскіх і беларускіх нацыяналістычных групах. Геаграфія рэпрэсій датычылі перш за ўсё сучаснай тэрыторыі Беларусі, Украіны і Расіі. Напрыклад, у Беларусі знаходзілася існуючая толькі ў галаве Сталіна ўсё яшчэ існуючы цэнтральны офіс польскай аперацыі, на чале якой уяўляўся Томаш Дэмбала, аўтар у прыватнасці праекта «Менск, порт пяці мораў». Праект заключаўся ў спалучэнні каналамі Менска з Балтыкай і Чорным морам. І адно з абвінавачванняў гучала так, што Домбаль хацеў не пабудаваць гэта каналы, каб на савецкія воды маглі трапіць польскія ваенныя караблі. Домбаль хацеў пабудаваць гэта каналы, а іншае абвінавачванне, што Домбаль хацеў, каб планы асушвання палескіх багнаў праводзіць таго, каб аблегчыць дзеянне па абароне польскай арміі падчас будучай савецка-польскай вайны. На месцах, якім чынам дзейнічаў механізм рэпрэсій, на месцах ствараліся спісы абвінавачаных і запіскі. Гэта рабілі так званыя двойкі, кіраўнік НКВД і пракурор. У гэтых запісах была прапанова пакарання альбо смяротнае пакаранне, альбо 5-10 гадоў ссылкі. Спісы дасылаліся ў Маскву, спісы, які рыхтаваліся на месцах, і іх павінны былі там зацвердзіць Ежоў і Андрэй Вышэньскі, генпракурор. Мы бачым, што весь працэс кантраляваўся Масквой на практыцы. Канешне, ніхто не глядзеў у так званыя альбомы. Усе падпісваліся і дасылаліся назад. І гэтых спісаў было так многа, што летам 38 года ў Маскве подпісаў Ежова і Вышэньскага чакала каля 100 тысяч прысудаў. Палякі чакалі судовых прысудаў. Гэта абыходзілася дорага рэгіёнам, таму трэба было рэарганізаваць сістэму рэпрэсій і паскорыць выдачу прысудаў. У кожным рэгіёне ствараліся тройкі, якія складаліся з кіраўніка НКВД, пракурора і сакратара партыі. Я прыведу такі прыклад. У сучаснай Расіі, у Томскай вобласці, існуе вёска Беласток. Гэта вёска, якая ўсё яшчэ існуе. Яна была створаная асобамі, якіх выслалі ў 19 стагоддзі палякамі. У 35 годзе там быў створаны калхоз «Чырвоны штандар» і «Увага». Гэта арыгінальная назва. Гэты калхоз калгаса, правда, называўся па-польску. У 38 годзе спачатку арыштавалі інтэлігенцыю, дырэктара школы, у стоку настаўнікаў, потым калгаснікаў. Забралі ўсіх мужчын, выжыў толькі адзін трактарыст, які трафіў у лагер, а потым пасля вызвалення выехаў у Кіргістан. Як выглядаў механізм? НКВД-сты прыходзілі позна ўвечарам альбо ўначы, праводзілі вобшук кватэры, потым палякаў прывозілі з бліжэйшых населеных пунктаў у гарады, напрыклад, у Томск. І ў залежнасці ад судовага рашэння іх альбо дасылалі ў лагер, альбо вызвалялі, альбо завозілі ў лес, дзе расстрэльвалі. І 15 лістапада 38 года аперацыя была скончана. І зараз я перайду да цікавых пытанняў, звязаных з памяццю, альбо з памяццю, напрыклад, сучаснай Расіі. Мы маем справу з памяццю зверху і знізу. Калі казаць пра памяць зверху, то, безумоўна, вялікі тэрор існуе, але ахвяры вялікага тэрору узгадваюцца без падзел на нацыянальнасць. Гэта проста ахвяры. У Расіі гаворыцца пра тое, што гэта Сталін быў
винавайцам або хтось інше. Тут, на гэтым фотаздымку, гэта досыць. Гэта помнік. Тут прэзідэнт урачыста яго адкрыў, гэта помнік ахвяр вялікага тэрору. На жаль, мне няма здымкаў, але з іншага боку знаходзіцца бюст Леніна. Таму гэта паказвае, як жа такая памяць у Маскве функцыянуе. Пакажу вам іншы помнік. Тут вы бачите такие маски, одна маска с правого боку. Досить відома маска з Магадану. Гэта дзе маски знаходзяцца на Урале. Одна глядзіць на Европу, другая на Азію. А гэта нагул кажуць таксама помнікі ахвяраў вялікага тэрору. Але мы не гаворым пра тое, хто быў такой ахвярай, хто он быў злачынцам. Канешне, ёсць шэраг установаў. Тут мы можам паказаць вам наш музей з гісторыі ГУЛАГа ў Маскве. Вельмі добрая музейная пляцоўка. І яна, гэта музей згадвае і пра ахвяр, і пра тых, каго катавалі. Гэта вельмі важны музей, але які менш вядомы музей НКВД у горадзе Томск. І здесь уся гэтая сценка прысвечана аперацыі, польскай аперацыі. Гэты помнік пастаўлены перад уваходам музей. І вы бачыце, што тут узгадваюць памяць палякаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ахвяраў польскай аперацыі, паколькі дырэктар, у асноўным, таму што дырэктар паляк, і акурат дырэктар паходзіць з вёскі Беласток, пра якую я гаварыла. Там таксама знаходзіцца помнік ахвяраў рэпрэсій. І тут у нас ёсць спіс усіх ахвяраў. Усе ахвяры гэтай вёскі Беласток былі пералічаныя па імені, па прозвішча. А калі ж казаць пра гэты памяць знізу, то яна бачная ў месцах масавых злачынстваў, такіх як Курапат у Беларусі. Гэта фотаздымак з населенага пункта Альбашова, гэта лес у межах Петербурга. Тут таксама гінулі палякі падчас вялікага тэрору, падчас польскай аперацыі. Тут ужо ставяць помнікі, з правага боку польскі помнік, а злева, бачыце, супольны помнік. Супольны помнік літувісаў і беларусаў, якія загінулі тут, у Левашове. І ўжо сам канцэпт, хаця сказаць некалькі словаў, пара урочышча, які называецца Сандамо, гэта урочышча ў Карэліі, падобна да Курапатаў, Сандармох. Падчас вялікага тэрору было месцам масавых злачынстваў. Тут загінулі прадстаўнікі розных нацыянальнасцей. У нас тут ёсць грузінскі, украінскі помнік, літувіскі, расейскі, габрэйскі. Канешне, ёсць помнікі польскія. Ёсць дадзены некаторых палякаў, якія загінулі падчас польскай аперацыі ў Сандармоху. Чаму я б хацела на іх сканцэнтравацца? Сандармох быў знойдзены на пачатку 90-х. Тут вы бачыце Юрыя Дмітрыева, якім займаўся, ён з'яўляецца супрацоўнікам таварыства «Мерыял». І дзякуючы яму 5 жніўня ў Карэліі гэта дзень і гадавіна памяці ахвяру вялікага тэрору Карэліі. У Сандармох прыязджалі палітыкі, актывісты, духоўныя. Усё змянілася ў 2016-м. Тады ўрадавыя гісторыкі Расіі сказалі, што ў Сандармоху захаваны чырвонаармейцы. Гэтак жа, як гавораць пра Катынь, пра Курапаты, што там былі чырвонаармейцы, забіты немцамі. На гэта няма ніякіх доказаў. А ў Сандармоху, прабачце за месца немцаў, сказалі, што там былі кітайцы, збівалі. Там
А там были фіни, так, фінські, бо я не знаходиться акурат побач. І його обвинувачили в тому, що він робив порнографічні здимки своєї дочки, повністю сфабрикована справа. Юра Дмитрова осудили на 13 годів в'язниці. Зараз він знаходиться у цій в'язниці. Інша особа, яка займалася Сандаром Муха і ахвярами, це директор краєзнавчого музею у місцевості побач Сергій Колтрин, його так само обвинувачили. І летась ён памёр у вязніцы. І падводзячы вынікі Расія, гэта якая взяла на сябе спадчыну Савецкага Саюза, не хавае месца ў рэпрэсій, але яна перш за ўсё гаворыць, што, канешне, інтэлігенцыя, рэпрэсія датычыць інтэлігенцыі кулакоў. Але, вядома, ставяцца помнікі на месцах масавых забойстваў, помнікі, крыжы, у асноўным гэта ініцыятывы знізу, адбываюцца ўрачыстасці ў гэтых месцах, напрыклад, у Сандармуху. Але, наогул, мы бачым, што расійскія ўлады змагаюцца з памяццю пра гэтыя падзеі. Дзякую. Вялікі дзякуй за гэты рэферат, які, па-перша, синтетично показує польську операцію, яка не тільки поглинула як мага максимальну кількість людей у порівнянні з іншими операціями, але механізми і процедури опинулися узорними для всіх чергових національних випробуванняў і черговий такий хутенький прогляд інших місць пам'яті, які дозволяють нам розмістити куропати місце пам'яті совєтських злочинств. А тепер, в принципі, я починаю дискусію, тому я пропоную наступне, каб ми усі показали своє обличчя, пакуль што не включаючи гук, я буду читати у хронологічній черзі питання, які у мене з'явилися у чаті і у Q&A, і я буду просто викликати особних дискутантів. Перший буде господар професор Кузняцов. Питання, до якого почалися з самого початку. Тоді я, може, почну з першого питання, яке для мене може гучити неяк таємніче, але я, наскільки розумію, для вас, господар професор, буде зрозумілим. Я читаю питання, говорить, що було нейкое третє сховане прозвище. Значить, по поводу третьей фамилии. Я назвал две фамилии. Там было третье портмоне, которое было вскрыто во время эксгумации военной прокуратуры в 98 году. Фамилия, которая там, Штам. Третья фамилия. Но она оказалась засекреченной, потому что когда общественность обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить третью фамилию, ответ был, что материалы дела по куропатам имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», и фамилию сообщить не могут. Это уже по конспиративным каналам удалось уточнить, что третья фамилия была Штам. Это опять вот то, что я говорил, это мое личное убеждение, что в куропатах однозначно доказано о расстреле вот так называемого гражданского списка по операции 40-го года. То есть чиновники, администрации, вот кто там оказался. Мы не исключаем вариант, как и Масса говорил, о том, что могут быть и там. Но вот я забыл одну важную вещь сказать. Первое. Все следствия подтвердили, все вскрытые 15 захоронений, которые эксгумировались, они ранее подвергались уже предварительной эксгумации. То есть количество черепов не соответствует. То есть емкость захоронения больше, а
останков меньше. И отсюда еще один очень важный вывод по поводу возможной эксгумации польской стороной. Эксгумацию проводить в Куропатах нецелесообразно по одной простой причине. Эти захоронения уже в послевоенный период вычищались, выкапывались. И в первую очередь, если бы там находились останки офицеров польской армии, они могли там находиться. Я абсолютно уверен, что эти ямы абсолютно пустые, как встречаются в Куропатах. Вот, допустим, вторая эксгумация, 23 могильные ямы. Из них 14 были пустые. То есть могильная впадина, но ямы пустые. Это говорит о том, что, возможно, вот эта как раз версия, что останки выкапывались оттуда. Чергове питання до Андрія Білого. Він розпочинає цілу серію питань господаря професора Кузнєцова. Перше з їх спадарня професор Протько написала, що громадство Дзержинщини було забито в Куропатах. Що ви думаєте на конт цього? Значить, по поводу, я ще от не смог розказати, у нас существует вот этот разброс цифр от 7 тысяч, которые генеральный прокурор Бажилко заявил, затем 30 тысяч появилась цифра эксгумации 88 года и так далее. Мы не знаем, Комитет государственной безопасности Беларуси не выдал ни одного документа ни по локализации мест захоронений, ни по фамильно. Вот те три фамилии, которые мы знаем, все. И поэтому сказать из Дзержинска, кто был, с Фаниполя, кто жил в Минске, кого там еще с других мест, мы не можем. И 2 года мои переговоры с КГБ завершились ничем. То есть попытки вот историков помочь в этом плане, найти в архивах, что действительно, допустим, этапировали с Дзержинска. Но, допустим, по Орше, польская операция НКВД, которая проводилась, нам удалось, Игорю Станкевичу в частности, установить досконально, сколько с Дзержинска этапировано на расстрелы в Оршу, сколько с Фаниполя. Вот там мы имеем картину по Орше, пофамильно. По Куропатам ни одной фамилии, вот кроме трех, не добавилось. И, по всей видимости, КГБ не откроет ни одной фамилии больше по Куропатам. Поэтому по Дзержинску это может быть только воспоминание. Вот видели. Но опять, как можно утверждать, что они расстреляны в Куропатах были, когда я вот приводил, что в Минске 19 мест расстрелов. Из них порядка 10 мы относим к массовым. То есть если Куропаты, это примерно, по моим подсчетам, составляет максимальная емкость Куропат до 100 тысяч. Поэтому цифры, которые приводились, 250, 350 тысяч, они не соответствуют действительности. Максимальная емкость урочища Куропаты до 100 тысяч. Реальная цифра, это по моим подсчетам, примерно не менее 60-80. И мы не можем ни по фамилиям сказать, ни территориально, кто там лежит. Вот только единственное, я говорю, три фамилии, которые известны. 10 июня 40-го года в Гродненской тюрьме выданы квитанции, они захоронены в Куропатах. Тоді може я прочитаю ще 2 питання від Андрія Білого разом. Перше питання гучить, чи ведуться дослідування місць забойства Куропати, Аршанські Куропати, Вітівські Куропати і ці матеріали доступні, які були дані Національним архівом Республіки Білорусь, вертаються у КДБ і тут подяка за співпрацівництво. По Орше и по Витебску, по Хайсам и Аршанским, как мы говорим, Куропатам. Мы там тоже не одно. В Орше 4 места расстрелов. Поэтому единственное, что там, в отличие от Минска, удалось установить, архивно-следственные дела хранятся в ОКГБ по Витебску и Витебской области, и по Хайсам, и по Орше. Поэтому пофамильно, кто был расстрелян, эти списки есть. И даже родственники делали запрос, искали кого-то. По Минску ни одной фамилии в КГБ, то есть в Центральном архиве КГБ, не выдано.
Поэтому по Оршу, вот Игорь Станкевич и Дмитрий Дрозд, они работали, они опубликовали порядка 3000 фамилий, те, которые официально реабилитированы, на их имеются архивно-следственные дела, и они расстреляны были в Орше. То же самое работа ведется по Витебску. Такая же работа, попытка есть в Могилеве, в Гомеле. Но это на местах. Что касается Куропат, эта тема абсолютно закрыта. Куропатское дело на сегодняшний день – это 22 тома. Меня привлекали в качестве даже не эксперта, а как советника по второму следствию военной прокуратуры. И я знаю эти некоторые вопросы о том. Дело засекречено до сих пор. И поэтому мы не имеем ни общей картины, что происходило. И КГБ совсем недавно опять заявляло о том, что Комитет государственной безопасности, я лично вел переговоры 2 года с нынешним главой администрации, а он был тогда генерал Сергенко, первым заместителем председателя КГБ, на все вопросы я получал ответ. Вы что, хотите полякам помочь? Я говорил, я хочу помочь полякам, белорусам, евреям, всем, кто лежит в Куропатах, независимо от их национальности. Поэтому позиция КГБ, и вот я еще эту реплику не могу его повторить, он сказал, вот если бы администрация президента типа поручила КГБ, это разговор был 2-летней давности, тогда бы мы нашли все. И вдруг КГБ, генерал Сергиенко 1,5 года тому назад, даже меньше, становится главой администрации. Что изменилось по Куропатам? Ничего. Поэтому это позиция, которая не меняется, я абсолютно уверен, что при нынешней власти Беларуси ничего не изменится по Куропатам. И хотя польская сторона еще в 2012 году просила и обращалась проведение эксгумации в Куропатах, прошло 8 лет. Какой результат? Никакой. В свое время уже 3 посла или 4 поменялось, когда я говорил послам Польши в Республике Беларусь, давайте объединим какие-то усилия, помогите скоординировать. Мне говорили, вы нам мешаете. Ну вот-вот мы уже с КГБ договоримся и получим чуть ли не фамилии и еще назовут место захоронения. Ничего этого не произошло. Поэтому в этом плане никаких изменений не будет. Вот не зря я сказал свое предложение, что мы, скорее всего, ни документы архивные не найдем, не локализуем место захоронения, и поэтому хотя бы надо увековечить память этих людей. Еще было архивное питание про Национальный архив Беларуси. Значит, на первой секции, на первой панели... Подчас. Да, я слушаю. Не, говорите, говорите, я просто канал не переключил. Да я прочитаю еще питание от спадарини Тереси Краковской. И оно крыху довжейшее. И має такий особистий сюжет. 2 роки тому на канікулах ми познайомилися з вами у Мінську. Ми розмовляли на тему Куропат і моєго дядулі, який був розстріляний у 38-му році. Я б хотіла повідомити вам, що після шматліких старань у червні минулого року при допомозі амбасади Польщі у Мінську я отримала з КДБ у Мінську копію протокола бабулі дядулі. Я охотно і вам, і іншим історикам гэта покажу. Великі дякую за ініціативу Сполучення сілаў, каб даследувати гэты балючий період, який все ще ховає шмат таємніцяў. І у канцы гэта питання. Ці ви можете офіційно у ВНУ вести даследування, яке зв'язане да тычыць Куропатаў, ці толькі приватна? Я вам скажу ситуацію, щоб польські колеги, білоруські це знають. За 26 лет существования нынешнего режима Беларуси не защищена ни одна докторская, ни одна кандидатская, ни одна магистерская диссертация, и, я могу ошибиться, даже ни одна дипломная работа, которая посвящена истории репрессий. Никакие спецкурсы не читаются, тема находится под запретом. Я как историк не могу читать, и мне не дают просто читать вообще что-то близко связанное с историей даже не советских репрессий. Тема блокирована полностью. Вот сегодня шла речь о учебных пособиях, как это освещается. В учебных пособиях для высшей школы теме репрессий посвящено 1,5 страницы. Из 1,5 страниц вот по поводу цифр сказано. Некоторые историки, имелся в виду и Кузнецов, и еще некоторые, значительно завышают цифры репрессий, и делается это с одной целью –
для очернения мировой системы социализма. Учебник 2017 года. Мировая система социализма 20 лет уже больше не существует. Поэтому в этом плане нет никакой возможности ни спецкурсы, ни подготовки научных работ. Мы работаем фактически на свой страх и риск. Чергове питання до Андрія Білого, але тим разом адресатом з'являється господар Павло Бламський. Чому ви не говорите про Річ Посполітою або двох народів, про Велике Князство Литовське, Білорусь, культура, мови, письменності, статути ВК, білоруська державність, Великий Могилєв? Пасик у своїх успомінах пише про війну з Москвою, про забиття білоруської шляхти. Ну, це крихо питання може хаотичне, але як я розумію, що істоту, його істоту ви розумієте, відкажете. Ну, я відповім так, що як і у польських колег, так і у білоруських є спеціалізація по яким-то історичним періодам математики. Тому я спеціалізуюсь на истории предвоенного времени, Вторая мировая война и история советских репрессий. Поэтому, что касается вот тех тем, которые затронуты, то есть понятие официальной историки, есть понятие неофициальной историки. Поэтому даже если я, допустим, работаю в государственном университете, я не являюсь официальным историком, потому что все мои взгляды не совпадают с официальной линией. Только местонахождение в университете. Что касается периода и Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой, это те темы, которые раньше особо не поднимались, но сегодня по ним можно проводить дискуссии вплоть до газеты администрации президента Советской Беларуси. И поэтому здесь речь должна быть только о персональной историке, кто как оценивает русско-польскую войну, московские там и так далее. В данном случае я проблем не вижу. Но мы говорим о том периоде, и вот та тема, которую мы сегодня обсуждаем, связанная с советскими репрессиями, куропатами, она является абсолютно запретной, хотя нет никаких официальных ограничений. Но в то же время по этим темам мы не можем говорить. А все, что касается тех периодов, которые коллега затрагивает, это можно дискутировать. И ставить эти вопросы, и даже государственные СМИ и то в определенной степени скажут, это у вас о Речи Посполитой? Пожалуйста, дискутируйте. А это вы хотите о куропатах? Это нельзя, это не надо. Вот такая ситуация у нас. Поэтому я думаю, что этот вопрос должен быть адресован персонально тем авторам, которые выражают такую точку зрения. Я по этим периодам никаких научных статей не писал. Или можно я еще дополню этот отказ, коли сказать про перед историю Великого князства Литовского, это период, який осветляется и про який говорится и у историографии, официальной историографии. Горш крыху ситуация мае место с периодом после Люблинска, у них, коли была створена Речь Посполита або двух народов, бо по меркаванні офіційної білоруської історіографії Люблінська унія, в принципі, привела до полонізації литовсько-руської шляхти, тому привела до полонізації білоруських земляв. Так це виглядає. Але я не бачу ніяких проблем перед ВКЛ, навіть у підручниках для вивчення історії у школі. Без проблем, это все осветляется, это есть и белорусская историография. Я тут старался сказать о своем реферате, когда касается про так званую лагодную белорусизацию, что у это больше отлегло перед историей Беларуси, про их уже можно говорить. Можно говорить про то, что з недавнего часу функционирует так званая концепция белорусской державности, что она основала с часов Полоцкого князства, позднее Великое князство Литовское у таких разных вымерениях, тому с этим уже, это уже абсолютно примально, навод официальная историография Беларуси. Дякую за дополнение. Наступное питание
Наступне питання господара Андрея Білого, але тим разом господарні Вольги. Тут таке певне скорочення, чи можна сказати, що польська операція НКВД була реалізацією рішення польської проблеми. Зофія Дзержинська у своїх успомінах. Перший чекіст пише, що Фелікс Дзержинський два рази поустрімлював екстермінацію поляків. Ён констатував, що покуль живе ён і Міжвінський, то поляків нельга чапаць. Ён гэтая справа вырашыць. Ну, з маёй перспектывы, гэтыя раёны ва Украіне, ў Беларусі, гэта ўсё ж такі былі элементамі такога праекта новай дзяржавы, якая будзе лепшай, чым любая дзяржава, якая калі-небудзь існавала. Таму дазволю сабе прачытаць гэтае пытанне, бо я бачу, што яно складаецца з двух пытанняў, з двух частак. Для мяне гэта два польскія раёны, гэта ўсё ж такі была спроба большага праекта, які не атрымаўся. Ці польская аперацыя была рашэннем польскай праблемы? Ну, гэта гледзячы, як вы успрымаеце рашэнне польскай праблемы, з маёй перспектывы, успамін Зофі Дзержынскай, можа, ўсё ж такі не з'яўляецца найбольш верагоднай крыніцай у гэтым кантэксце. Дзякую вялікі, гаспадар Андрэя Белага, гэтым разам усім дыскутантам. Але гэта больш такое дапаўненне выступленняў. Я прачытаю, мае даследаванні паказалі, што палякаў у савецкай Беларусі было больш за 300 тысяч, а не 97,5 тысяч. Рапарты НКВД, ГПУ, партыйная справаздача Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Можа, хтось хацеў бы гэта пракаментаваць, калі не, то мы просто перайдзем да наступнага пытання. Калі можна, я літаральна ў двух словах. Трэба ўлічыць тое, як выглядала нацыянальная ідэнтычнасць у тыя часы каталіцкага насельніцтва, якое магло, якое ў адным дакуменце маглі запісаць беларусамі, каталікамі, у другім дакуменце палякамі. І калі я пагляджу матэрыялы гэтай групы, то нават у рамах аднаго матэрыялу аднаго следства здаралася, што чалавек абвінавачаны спачатку быў беларусам, потым пераўтвараўся ў паляка, таму было па-рознаму. Таму трэба ўлічыць гэты фон нацыянальнай тоеснасці. Калі можна, я б тут далучыўся, гаспадар старшыня. Я думаю, што сітуацыя падобная, калі казаць пра польскія справаздачы па міжваеннай Польшчы, ў залежнасці ад таго, якая ўстанова стварала спісы, нацыянальныя спісы яна стварала для ўласных мэтаў. Напрыклад, калі мы паглядзім на 30-е гады, афіцыйныя спісы, якія ажыццяўляліся, яны выразна завышаюць колькасць польскага насельніцтва, але вайсковыя спісы заніжаюць колькасць гэтага насельніцтва, бо вайсковыя мэты былі зусім іншыя, яны былі быць упэўнены у тым, што ў іх ёсць група людзей верных гэтым далам. Але, канешне, часта можа быць так, што ў залежнасці ад таго, якая установа стварае спісы, яна кіруецца ўласнымі інтарэсамі, ніхто не плануе, што пра 100 гадоў гісторыкі будуць гэта чытаць. Спісы ствараюцца на падставе актуальных палітычных патрэбаў. Ну, тут мы зрабілі пэўнае кола, таму што зноў жа
з'явилися питання до господаря професора Кузнєцова. Я читаю питання. Чи можна крихи більш подробязно? Откуль береться лічба 60 тисяч? Археологи Інституту історії, які дослідували куропати, називають менші лічби, так? Я отвечу по поводу цифр. Я как раз хотел в своем реферате затронуть, время не позволило. Первая эксгумация. Вскрыто 6 захоронений. 356 останков обнаружено. Как осуществлялся методика подсчета? 510 могильных впадин умножалось на цифру 59. Получилась ориентировочная цифра. Заключение по первой эксгумации. В куропатах покоится прах не менее 30 тысяч человек. Но эксгумация, которая проводилась в 98 году, я приводил пример, захоронения были уже в среднем 150, самое большое захоронение – 373 останка. То есть цифру надо корректировать. Если тогда брали из расчета в одном захоронении 60 останков, то надо увеличить эту цифру примерно до 120. Это чисто условный арифметический подсчет. 120 на 510 захоронений получается цифра около 60 тысяч. Это более реальная цифра, чем та, которая называется 30, или, как говорят, 7, 3 и так далее. Поэтому точный ответ на этот вопрос мы не получим никогда. Даже проведение эксгумации в связи с тем, что все захоронения уже нарушены, не даст это окончательно цифры. Но мы можем примерно, исходя из размера захоронений, примерно по среднему числу ориентироваться, я бы сказал так, не менее 60 тысяч. Дякую велике. Тут серед питання у господаря Малгажата Грабська так переказує вирази признання і поваги за смілий господар професору Кузнєцову. Наступне питання, якої так же, як і попереднє, колега Радослава Шура, так само адресована господару Кузнєцову. Що ви міркуєте про інші прозвища, які були перелічені іншими діячами, наприклад, про Сільвестра Мацкевича, а у тим ліку, що дотичить поляка Богослава Венжика, описане Яніна Янушчик? Я отвечу на першу частину питання. Категорично не согласен. От у мене якраз случайно, я не знав, що такий питання буде. Два года тому назад вышла вот такая книжечка, автор Марат Горовой, называется «НКВД забивал в куропатах». И обратите внимание на эту страничку. Это вопрос, который был задан. Сильвестр Мацкевич и называется «Их расстреляли в куропатах». Это вымысел, абсолютный вымысел. Я приведу описание этого эпизода. Сильвестр Мацкевич описывает, что он находился в минской тюрьме НКВД. Их ночью 23 июня вывезли в куропаты, выстроили у ямы в две шеренги и расстреливали из пулеметов в темноте. Трупы падали, и он описывает так. Через какое-то время я и еще один поляк раздвинули эти трупы, вылезли на поверхность, дошли до ближайшей деревни, постучали в двери и спросили, где мы? И в деревне сказали, куропаты. Вымысел от начала до конца. Из пулеметов в куропатах расстрелы не производились. По крайней мере, это не доказано. Все это совпадает абсолютно с историей, которая взята была с расстрелами в урочище Благовщина, заключенных минских тюрем в ночь с 25 на 26 июня, воспоминания Цодика один в один совпадают. Только там был эпизод. Нас посадили, отвезли на 18 километров Могилевского шоссе, выгрузили из машин, там проводились расстрелы. Я упал в яму, выполз, дошел до деревни, постучал в дверь и спрашиваю, где? Сказали, Тростенец. Я сопоставлял это все и с точки зрения времени. Расстрелы, самое позднее, все, что проводилось в куропатах, мы ни одного факта не имеем по 1941 году. Поэтому это воспоминание или специально кем-то вброшено,
или это просто какой-то вымысел? Я просто категорически утверждаю, что этого не могло быть 24 июня, потому что немецкое наступление на Минск шло со Страшицкого городка в район Куропаты. И НКВД никогда не проводило расстрелы в эти дни, потому что они проводили расстрелы в другой части Минска. Благовщина и известный расстрел под Червенем в 40 километрах от Минска. Поэтому я считаю, что этот эпизод не соответствует действительности. Ситуация такая. У мене ще є питання по-білоруську від господарині Валери Чорноморцевої і від господарині Ірини. Тому, даючи шанец колегам, щоб мені це переклали, я ще б хотів задати питання усім виступовцям. Я думаю, що тут відкаже той, хто будзе штосьці пра гэта ведаць. Пытанне нас крыху адцягне ад гісторыі, ад палітычнай, ад гістарычнай палітыкі, будзе больш этнаграфічнага характара, а менавіта. Я хацеў бы даведацца пра мясцовае насельніцтва, якое жыве побач з урочышчам Куропаты. Наколькі мне вядома, людзі раней ведалі, что там есть следы неких злочинств. Еще до того, как Зенон Пазняк опубликовал свой гучный артикул. Мне цікавить, ці хтось веде этнографичное доследование на конт того, як змінявся, і ці наогул змінялися відносини місцевих людей до лесу. Мы тут знаходимся в такой сфере Европы, где люди вельми добро ставятся до лесу, лес дае ежу, нават мы маем место с таким квазимитичным, ставлем до лесу тих, то есть в связи с гэтым задаваю такое питание. И провел доследование такого кшталту, ці, например, бабули почали палухаць унучак нейкім ліхам у лесе, ці змянілася ставленне да лесу? Я могу ответить на этот вопрос. В ходе следствия 88 года было допрошено 54 свидетеля. Те, которые что-то помнили, но это был уже 88 год, и поэтому в основном это были те очевидцы, которым было во времена расстрела в Куропатах в 37-38 годы, в среднем от 8 самому старшему было где-то 12 лет. И действительно, как они оказывались? Вот воспоминания уже пожилой женщины в 88 году, которую допрашивала прокуратура. Она говорит, мы ходили в лес собирать ягоды, забора еще вокруг Куропат не было, и мы собирали ягоды, и вдруг я собираю ягоды, вижу, подъезжает машина к яме, выгружает людей и начинают стрелять. Я, говорит, настолько испугалась, что, ну, так, я намочила в штаны. Я так испугалась. И мы сидели под этой елью и ждали, когда уедут. Потом Куропаты обнесли забором. И местные жители предупредили, что туда никто не должен появляться. И поэтому очевидцев практически нету этих событий. И эти воспоминания все зафиксированы, и они содержатся в этих томах архивно-следственного дела по Куропатам. Поэтому сегодня, мне кажется, и польской, и белорусской стороне надо ставить нам как-то вопрос, чтобы это дело было рассекречено, потому что там очень много вот именно воспоминаний. Но, правда, здесь другой фактор. Говорят, а что верить воспоминанию, если этому подростку было 10 лет? Он все не так понимает. Но других свидетельств нету. Поэтому здесь как раз о чем вы говорите, это место было, куда ходили. И в грибы, и в ягоды. Но об этом, конечно, никто потом не говорил. И родители предупреждали, никому об этом не говори, чтобы никто об этом не знал. Великий дякую. Я как раз отримал переклад с подарыни Валеры Черноморцевой.
І поскольку час нас підтискає, це вже буде останнє питання нашої сьогоднішньої дискусії. Я тут буду непохильним, бо я бачу, що з'явилося чергове питання, але воно вже випадає поза часові рами. Питання спадарні Валери гучить так. Чи може ви згадати, скільки похованняв з 510, по вашій думці, було ексгумованих за цей час? Значит, я уже говорил, я еще раз подчеркну. Первая эксгумация 88 года полностью эксгумировалась 6 захоронений. Вторая эксгумация 9, итого 15. Но могильных впадин не 510. Их было 686 изначально. Потом приходили к выводу, что где-то естественного характера, но реальное количество их значительно больше. Археологи проводили изучение в течение полутора месяцев в территории 30 гектаров. И в окрестностях там есть еще захоронения. Поэтому мы условно говорим так, что захоронений значительно может быть больше, но мы только знаем о том, что нанесено на карту археологами 510 могильных впадин. И то же самое, как вскрывали захоронения, я говорил, в одном захоронении получается, допустим, 80 черепов, а 150 тазобедренных костей. То есть это говорит о том, что захоронения нарушены, и поэтому это требуется дополнительное изучение, чтобы более-менее уточнить эту ситуацию. Пока мы исходим из цифры 510 могильных впадин, но еще раз говорю, что не все могильные впадины являются захоронениями. Что-то могли вычистить, где-то могли быть естественно. Но реальное количество захоронений, я считаю, значительно больше. Шановне господарство, гэтым самым я хотел бы зачинить нашу дискуссию на гэты момент. Великий дякуй усім выступоўцам. Гэта было вельмі цікава, і для мяне гэта великі гонар удзельнічаць у гэтай дискуссии, якая закранула болезненная тема. Я б хотел, каб мы нешта з гэтага вынеслі, і я маю надзею, што правда, наконец, пераможе. Дякую вам великим.